Алло. Говорите, пожалуйста, вас слушают. Услышать проблему и мгновенно принять решение. Здесь важен холодный ум и желание помогать. В единой диспетчерской службе МБУ «Химспас» кипит работа. 5 операторов за сутки обрабатывают почти 1000 звонков. Обращения по номеру 112 разные. От спасения провалившихся под лед до срочного вызова полиции. Традиционно самое горячее время – праздничные дни. Но в этот раз в «Химках» обошлось без крупных происшествий. Звонки принимались в штатном режиме, там, как обычно, в праздники. Как правило, большее количество звонков идет, потому что люди дома. Ну, очень много находится. И там превышение было незначительным. Происшествий, таких сильных в городе, которые требовали бы задействования сил и средств химкинского звена Московской областной системы предупреждения ликвидации ЧС не было. Спасение человека невозможно без быстрого реагирования и грамотной обработки заявки. Но тут химкинский отдел справился на отлично. Городской округ стал лучшим среди диспетчерских служб муниципалитетов Подмосковья с населением свыше 100 тысяч человек. Наталья Воробьева работает оператором почти с основания службы. Привело сюда желание быть полезной и помогать людям. За свои стремления уже получила немало благодарности от спасенных. Заявительница после благополучного решения проблемы направила письмо в администрацию. Она приехала со своей старенькой бабушкой домой и увидела там посторонних людей, соседей. И они очень себя плохо вели, и нужно было... Но они не пускали домой даже. Mm-hmm. Вот. И нужно было направить полицию туда и сказать, что это действительно очень серьезно, что требуется помощь. Всего за прошлый год операторы службы обработали почти 300 тысяч обращений. Всем была оказана оперативная и качественная помощь. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.